Сергей Александрович, пожалуйста, ваш комментарий матча. Ну, наверное, все видели, что команда «Сокол» заслуженно сегодня победила, потому что во всех компонентах футбола, какие существуют, скорости передвижения, скорости работы с мячом и быстроте мышления во всех компонентах команда соперника была лучше нас и по праву одержала победу. Вот. А по игре тут 5-0, тут что говорить? 5-0 тут. Счет говорит сам за себя. Вопрос, пожалуйста. Вы вот в открытый футбол играете, вот, в принципе, у вас какая? Ну, в общем-то, хотели поиграть и как бы нарвались, скажем так, потому что как бы немножко по-другому проводили выездные игры. Вот, в общем-то, когда сюда ехали, понимали, что будет очень тяжело, и, в принципе, если проиграем, то камень в огород в нас никто не бросит. Если добьемся положительного результата, то как бы вернемся домой героями. Хотели поиграть, но рано играть нам еще с такой командой. Спасибо. Спасибо.